Всем привет, я Влад, и это магазин «Попади в десятку». Сегодня у нас на обзоре вот такой вот, опять же, резинка-стрел, но уже пистолет-пулемет «Фринкс», который, да, стреляет в автоматическом режиме, и резинки здесь вылетают, к слову, очень и очень быстро. Очень интересная вещь. Выглядит, ну, не сказать, что супер интересно, но на деле она бесконечно интересная, я просто вам зуб даю. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите свой комментарий, чтобы помогать нашим видео в продвижении. Итак, в комплекте, что же есть в комплекте? Все довольно-таки стандартно. Резинки для, соответственно, стрельбы, это же резинка стрел. Также, конечно же, есть и те самые мишени. Да, вот. Здесь зомби. Зомби, и, конечно, для этого зомби обязательно есть подставка. Вставляете подставку, просто выдавливаете, и все. Можете стрелять по этому зомби. Можете и не по зомби стрелять. Но это уже ваше дело, да, собственно. Ну вот, по комплекту все. Давайте теперь посмотрим поближе. Ну и обязательно, конечно же, постреляем с него. Интернет-магазин «Попади в десятку». Это модель российского производства от компании Arma Toys. Изготовлен данный пистолет-пулемет из фанеры и скреплен металлическими штифтами. Длина изделия 280 мм, вес пистолета 230 грамм. Теперь давайте я покажу вам, как заряжается данный пистолет. Надеваете резинку на зубчик, после чего прокручиваете и надеваете следующую. Таким образом вы сможете зарядить до 16 резинок включительно. Итак, теперь самое прикольное, конечно же, стрельба. Повторюсь, он стреляет именно в автоматическом режиме. То есть нажали, и все резинки вылетают до того момента, пока вы не отпустите спусковой крючок. Ну что ж, пулеулавливатель стоит. Давайте стрельнем. Довольно-таки быстро вылетают, как вы успели заметить. Если говорить о том, на какую же дистанцию вылетают эти резинки, ну, метров 5 минимум, а так, я думаю, что метров на 7, в принципе, они вполне способны вылететь. Неплохо. Неплохая дистанция, я так считаю. Да и в целом, вещица крайне, опять же, интересная. Очень интересная вещица. Ну и легкая, конечно же, да. Что еще стоило от нее ожидать? Если же сейчас у вас возник вопрос, а где купить-то такой? Так а давайте я и подскажу. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. Обзор на этот резинкострел, пистолет, пулемет подходит к концу, и что я могу сказать о нем в итоге? Блин, он мне нравится, я, наверное, приобрету себе его. Нет, правда, очень интересная штука, я бы даже сказал, как такой некий антистресс, что ли. Потому что это очень классное чувство, когда ты стреливаешь столько резинок в раз. Забавная вещица. Никогда бы не подумал, что могу сказать такое про резинкострел, но он, блин, классный. Он, блин, классный, реально классный. Очень интересно сделали, вот умеют же делать, а. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как он вам, или же задавайте вопросы. Я с вами прощаюсь, всем спасибо, пока и до новых обзоров.